В этом танце есть и колдовство, и загадка, и страсть. Все, чем так притягивает чарующий Восток. Популярность восточных танцев активно растет во всем мире. Немало его почитателей на севере. Доказательство тому – первый открытый межрегиональный фестиваль восточного танца в Коряжме. Конкурс проходил в два тура. В первом оценивалась постановка готового выступления, а во втором – умение импровизировать. Вот где участницы могли по-настоящему проявить себя. Ритмичность движений, их единение с музыкой, а также пластика, грация и чувственность – это лишь часть критериев, по которым оценивала восточных красавиц жюри. Кстати, в него вошли не только коряжемские хореографы, но и профессиональные танцовщицы из северной столицы, призеры межрегиональных и международных конкурсов восточных танцев. Уровень достаточно высокий, у девочек у всех блеск в глазах, им реально нравится, что они делают. Это прежде всего, это всегда очень классно, очень нам приятно. Есть над чем работать, есть куда стремиться, но, конечно, маленький город, нет возможности, да, каких-то педагогов очень хороших приглашать. Но вот сегодня так повезло девочкам и нам, то, что мы с ними пообщались, это же всегда опыт, это очень здорово. Чтобы не опоздать к началу конкурсной программы, гостям из Сыктывкара пришлось выехать из дома ночью, но это не помешало девушкам собраться и зажечь на сцене. Кстати, этот коллектив стал лидером не только по числу танцоров, он же стал обладателем гран-при фестиваля, а его участницы одержали победу в номинациях «Соло среди начинающих» и «Царица танца». Восточное направление сейчас достаточно модно. Это шик, это блеск, это соблазн, страсть. Людям нравится и смотреть, и танцевать. Первое место в дуэтах завоевали катлашанки. Коряжемцы тоже не остались без призов. 9-летняя Настя Тарасова завоевала первое место в номинации «Соло среди детей». Она же была лучшей в цыганских танцах. Явным лидером среди взрослых участниц фестиваля стала Татьяна Дементьева. Она же восточная красавица Самира, идейный вдохновитель конкурса. Уметь пластично работать руками, красиво под музыку, четко двигать бедрами. Вот это в танце, самое главное, именно восточный танц. Арабские, индийские, цыганские танцы. Три дня зрители наслаждались чарующим Востоком, горячо поддерживая аплодисментами каждую участницу фестиваля. Не меньше оваций на гала-концерте досталось организаторам мероприятия, агентству праздников ИРЕН и Коряжемской школе восточного танца «Самира». Восхищенные глаза публики – лучшая им награда. Была очарована этими телодвижениями, этой раскрепощенностью женских тел. Замечательно. И свою дочь сегодня отправила на мастер-класс. И сейчас мы пришли снова с ней на концерт. Молодцы женщины. Девушки очень талантливые. У меня там подруга выступала. Мне кажется, мы будем заниматься. Мы вот с дочкой вместе были, нам очень понравилось. Я и сама занимаюсь восточными танцами, тоже начинающая, но пока решила не участвовать. Вот. Может, в будущем, я думаю, поучаствовать. Потрясающе, ничего подобного я не видел до этого. Впечатление моря, действительно восточная сказка. Остается надеяться, что чарующий Восток приживется в нашей северной глубинке. А впереди у коряжемских танцовщиц вновь репетиции. В феврале в столице Коми соберутся на свой фестиваль местные школы восточного танца. Впервые примет в нем участие и Коряжма.